Интернет-магазин Good Steam. Лицензионные компьютерные игры по самым доступным ценам. Магазин является официальным партнером с компанией 1С Soft Club. На все игры пожизненная гарантия. Ежедневные акции, конкурсы, раздачи. Система накопительных скидок. Имеется своя группа ВКонтакте. Также здесь проводятся интересные рандомы предметов по CSGO и не только. Можете испытать удачу и выбить себе классный ножик. Промокод на скидку всем подписчикам вы найдете в описании. Всем привет, чуваки, с вами Акул, и сегодня я решил воспользоваться своей камерой GoPro, потому что не знаю, где ее еще использовать, вот, кроме как записывать влоги, и это называется рубрика новая «Утренний Акул», то есть я встаю с утра и буду записывать иногда такие видосики, да, «Утренний Акул номер один», и добро пожаловать, да, добро пожаловать. В общем, я сижу на своей кухне Азимов, как вы уже видите, наверное. И сегодня я хотел бы поговорить о ставках. Да, о ставках CSGO и не только, но, в общем, затронем тему CSGO. Да, как я отношусь к ставкам? В общем, ребята, к ставкам я отношусь хорошо. Да, хорошо, то есть мне нравится делать ставки, я делаю ставки и получаю от этого колоссальное удовольствие. Но причина, по которой я делаю ставку, только одна. Чтобы мне было интереснее смотреть тот или иной матч. Я не пытаюсь заработать бабла на ставках вообще никак. То есть, как понять, никак. Ну да, приятно получить бабосики, если поставил и выиграл. Но я усвоил одну истину, да. Одну истину, то что сегодня ставка пройдет, завтра она не пройдет. Вот, ребята, какой бы матч ни был, 100% проходимости, 1% проходимости, когда-нибудь ставка пройдет или не пройдет. И все эти группы, связанные с прогнозами на ставках, это все херня. Да, на самом деле херня, если они за это берут деньги. Если не берут, то похер, это их мнение. Да. В общем, ребята, к ставкам я отношусь, я, наверное, вы поняли, как, да? То есть, если команда, я смотрю какой-либо иной матч, то есть, допустим, будет ли это Flipside Fnatic, я поставлю на Flipside. Почему? Потому что я преимущественно болею за СНГ-команды. А СНГ-команды такие, как Na'Vi, Flipside, Asher. То есть, это три топовых известных команды на данный момент в СНГ. Ребята, я не разделяю. Украина, Россия, Казахстан, Беларусь. Я за СНГ болею и хочу, чтобы в СНГ наконец-то поднялся КС на уровне Швеции хотя бы. Да, ну это не хотя бы, это уже классно, да. На уровень Швеции, на уровень Европы хочу, чтобы поднялся КС. И в плане игроков были просто какие-то топовые. Очень много команд хочу, чтобы какие-нибудь, знаете, полупрофессиональные, типа Питер, вот такие вот команды, хочу, чтобы побольше были в СНГ. Не именно в России или Украине или Казахстане, именно во всех на этих странах СНГ, потому что мне хочу, чтобы развивался КС в СНГ. В общем, я куда-то не туда ухожу. Хотел сказать то, что ставлю только тогда, когда мне нравится команда. То есть я, например, симпатизирую Flipside, я поставлю на Flipside. Может быть, небольшую сумму, но я поставлю на Flipside и буду как бы топить за них, болеть, и так намного интереснее будет смотреть матч. Вот. Конечно, я, например, когда мне интересен какой-либо матч, то есть, например, допустим, Virtus.pro я не считаю СНГ командой, да, Virtus.pro это все-таки поляки, да, поляки. Может быть, СНГ там, ну, русская организация, но это все же поляки. Вот. Например, играет Virtus.pro, NiP. Я поставлю на NiP, потому что мне они больше интересны, например, я считаю их посильней Virtus.pro. Ну, допустим, да, может быть, это не так, может быть, ваше мнение другое, но я поставлю на NiP, чтобы мне интересно было смотреть матч. А так мне вообще, если бы я без ставки, и мне бы, я бы просто смотрел матч, то есть и изучал какие-либо тактики. Но чтобы мне было интереснее смотреть матч, я ставлю ставку на NiP и топлю за них
за Днепров в этом матче, да. Я никогда не поставлю против СНГ-шной команды, никогда. То есть, если, допустим, никогда не поставлю против СНГ-шной команды, ребята, да. Virtus.pro я не в счет беру, именно российских, украинских, казахстанских игроков. То есть, допустим, против Ашер я никогда не поставлю, против Нави тоже никогда не буду ставить, и против Flipside тоже. Но если две СНГ-шные команды выпадут, то я больше поставлю тем, кому симпатизирую, конечно, да. Например, Flipside Нави я, скорее всего, поставлю... Ну, тут сложный вопрос, потому что мне обе команды очень нравятся, но, скорее всего, поставлю на Flipside, потому что один из любимых моих игроков — это Маркелов. Да, Маркелов, если он видит этот видос, я передаю тебе привет, Марик, и хочу, чтобы ты наконец-то взял это долбанное ВП и уже стрелял с ВП, как в 1.6. Маркелов, слышишь меня? Да, именно ты, Маркелов, да. Егор, бери АВП и уже наконец ебашь с ним, а? Заебал. Ладно. В общем, ребята, я думаю, вы поняли мое мнение о ставках. Я ставлю только тогда, только на интерес, чтобы было интересно смотреть. Не пытаюсь на этом заработать. И я думаю, нет смысла вам советовать. Каждый для себя делает выбор, зарабатывать на этом или нет. В общем... Я рассказал просто свое мнение, я никому не внушаю свое мнение, так что, ребята, сами выбирайте. И кухня Азимов прямо с завода. Ладно, ребят, пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если нравится утренний акул. Это утренний акул, видеоблоги. Если хотите больше видеоблогов видеть, также ставьте лайк. Если хотите, чтобы Маркелов ебашил с ВП, тоже поставьте лайк. Если болеете за СНГ-шной командой, хотите, чтобы... КС в СНГ поднялся на уровень Швеции, чтобы было дохера команд. Ставьте тоже лайк, и если хотите стать топ-1 в мире, тоже ставьте лайк, ребята. Ладно, ребят, я лайкодрочер. Пока.